90-90 Мария попала в МММ. В 94-м году в Россию приезжает Виктория Руфо, звезда суперпопулярного тогда мексиканского сериала «Просто Мария». Ее встречают как народную героиню. Виктор, я люблю тебя. Как давно я тебя не видела. Когда звучал этот голос, страна в прямом смысле вымирала. Любовь Германова озвучивала «Просто Марию» и в кино, и во время ее приезда в Россию. Меня потрясло, как ее встречали, встречал наш народ. То есть эту машину, в которую она приехала, чуть ли не подняли на руки. Там эта шуба не устилалась дорога. У Мавроди появляется гениальная идея. Он использует все свои связи и буквально заманивает популярную актрису на съемочную площадку. Какая ты добрая, какая ты хорошая, Мария. Всего две ничего не значащие фразы. И МММ взлетает на вершины народной популярности. Ну уж если сама просто Мария с ними. В газетах писали, одни говорили, что это коллаж, там другие говорили, что это двойник. Хороший он парень, подумала Мария. Просто Мария уехала из России с самыми теплыми воспоминаниями. Но она даже не догадывалась, в какую историю попала. Лишь несколько месяцев спустя Виктория Руфо подаст в суд на ООО «МММ» за незаконное использование своего образа в рекламной кампании.